достаточно известный и по IT-составляющей, и по нефтяной составляющей. Также, наверное, большинству известно, что мы по энергетике занимаем первое место по генерации, поэтому в этом круглом столе мы принимаем участие как тот потенциальный интересный регион, где достаточно генерации для строительства не просто ЦОДов, но каких-то глобальных ЦОДов для реализации как раз поставленных показателей в программе «Цифровая экономика». Даже если привести там некоторые примеры, то... Всем добрый день. Спасибо большое организаторам за приглашение и за такую интересную тему для обсуждения. Но Калининградская область, наверное, все знают, что это самый западный регион. И, наверное, слышали про то, что у нас есть янтарь. Как правило, на этом все. Но Калининградская область, она очень интересна с точки зрения развития IT-сектора и, в частности, ЦОДов. Почему? Во-первых, мы достаточно такой инновационный регион.